Данная акция протеста организована московскими коммунистами и представителями Мировой Федерации Профсоюза, ВФА, в поддержку бастующих работников Казахстана. В данный момент в Казахстане прошла серия забастовок в Мангистанской области, вызванная следующим видом издевательств над рабочими. Причем данный вид мошенничества происходит и в России, а именно работников делят на основных, меньшинству и не основных, тех, кто подводит к буровой, тех, кто бурит и так далее. И всем не основных выводят в отдельное юридическое лицо и резко понижают зарплату. Работники организовали серию забастовок против этого жульничества, требуя и возврата их снова в основное юридическое лицо и повышения зарплаты. Требования были выполнены частично, только повышение зарплаты, причем на сумму, не соответствующую требованиям работников, частично выполнили требования. Кроме этого, была проведена серия репрессий против бастующих, увольнения с работы, объявление забастовок незаконными, что позволяет после этого подать на работников суд по уголовной статье. Вот данная практика в России еще не практикуется. Соответственно, в рамках международной кампании солидарности коммунисты России, представители Мировой Федерации профсоюзов выступают против этого. Мы, московские коммунисты из движения «Рабочий контроль», члены нашей организации являются и членами профсоюза СПР, который входит в ВФП. Мы все выражаем солидарность и выступаем против репрессий против бастующих рабочих Казахстана. Требуем немедленно прекратить этот беспредел. Требуем наказать всех виновных, выполнить требования справедливые работников Казахстана, которые борются за достойные условия труда, за достойную зарплату. Также хотелось отметить, что борьба очень самоотверженная и настойчивая рабочих Казахстана – это очень знаковый пример и для рабочих России, которые должны брать пример, не бояться выступать в солидарности, проводить всякие различные акции, солидаризироваться друг с другом, со своими товарищами в странах СНГ различных. В общем, мы призываем к рабочей солидарности и к борьбе за свои, справедливой борьбе за свои права, политические и экономические. Как известно, в Казахстане проходят большие выступления рабочих в нескольких областях. Есть большие успехи. Мы знаем о том, что после знаменитого расстрела в Жаназине казахское рабочее движение сделало большие успехи, несмотря на все репрессии, несмотря на все усиление диктатуры в Республике Казахстан, так называемый, несмотря на все это, рабочие не только не сдаются, но их степень их сопротивления и взаимной поддержки, взаимной солидарности, она растет. Мы поддерживаем их в этой борьбе, проявляем солидарность, и хотим передать бумагу, которая говорится о солидарности с рабочими Казахстана. В защиту рабочих Казахстана. Вы кто будете? Мы представители различных московских коммунистических организаций, профсоюзов. Здесь все представители. Хотим вам передать обращение. Оно же вроде не кусается. Сейчас подожди.